Всем привет! Подписывайтесь на мой хэштег «Эклектика смыслов». Но и многие подписчики сравнивают меня с Владимиром Маяковским. Собственно, поэтому я сейчас здесь, чтобы отдать дань этому автору, этому поэту и показать, что все литературное, настоящее и живое в этой жизни еще не вымерло. Я продолжаю эту традицию. А перья блестят еще интенсивнее, еще быстрее летит со мне в темноте. Звучу неопоэзией мессии, в ничью со мной сыграла смерть. В душевном мессиве я вижу всех, кого не разбудить, не испугать, не обезобразить. Но есть и те, чьи души просят жить, я их своей любовью разукрашиваю. И мы летим скорее замерцать. Однажды пустоту сердец заполню в жемчужный рай. Я не ушла, опять слетаемся в одну из тайных комнат. И я пою о том, что в каждом вижу дар, что нет такой тоски, как обреченность. Иди за мной, иди со мной, сквозь аномальный жар, сквозь пустоту инопланетных ромбов. Внутри меня теперь артхаус дней, я андеграундом вливаюсь в души. Ты больше не уйдешь ужесточением. Есть вера и сверкающее будущее. Мой хэштег Анна Глинкова. Подписывайтесь и наблюдайте.